сьогодні, 17 мая, з 20.00 до 22.00, Кримськотатарський молодіжний центр імені Жизнь кримськотатарського народу проводить акцію «Зажги огонек в своєму серці», посвященную 66-й годовщине депортации крымско-татарского народа. Сегодня такая акция проводится одновременно в Симферополе, в Киеве, в Лондоне, в Москве и в Ивано-Франковске. Мы обращаемся к журналистам оказать содействие в том, чтобы в сердце каждого жителя Украины зажегся огонек. И люди задумались, что только через любовь и уважение друг к другу возможно процветание на нашей прекрасной земле. Через эту акцию мы обращаемся ко всем дипломатическим представительствам стран мира признать депортацию 44 года актом геноцида. Поэтому мы сегодня и написали надпись «No Genocide».